Месье Бримстоун, я нашел вам новобранца, чтобы вы, как говорится, не парились. Пардон, что выполняю ваши обязанности. Киллджой, я слышал, тебе для нового проекта нужен мощный источник питания. Не переживай, я знаю, где такой взять. Вайпер, ты в этом костюме не задыхаешься? Оденься во что-нибудь полегче, когда полетишь за новым агентом. В это время года в Маниле жарковато. Бонжур, Бринстоун. Я отправил вам разведданные по 19-й. Кингдом хранит слишком много сведений о своих сотрудниках, так что файл там довольно большой. Посмотрите его. Вы увидите, что девушка с такими навыками отлично подходит для нашего особого проекта. Я считаю ее кандидатуру достойной. К сожалению, сам я с ней связаться не могу. В прошлом между нами возникло небольшое недопонимание, так что вряд ли она мне ответит. Но с вами она на контакт пойдет. Вы ведь тоже работали на Кейсак. Взывайте-ка чувство долга, это у нее семейное. Хорошо все складывается, да? Уже куда-то движемся. Нашей прыткой Джет не помешала бы здоровая конкуренция. У меня даже есть кое-кто на примете. Рейна, ты настоящая мастерица своего дела. Кстати, я приготовил для тебя подарок. Не желаешь испортить еще один блистательный юный разум? Сейдж, ты же у нас своего рода наставница радиантов. Скоро у тебя появится новая ученица. Но предупреждаю, характер у нее непростой. Брим, привет. Это я. Прости, я... Я все думаю об Эверетт Линд. Их исследования опережали наши на несколько лет. Это невероятно. Данные о воздействии радионита, об ускоренном развитии биосистем. Пусть их эксперимент и провалился, здесь столько полезных сведений. И еще. Я видела останки комплекса. Все эти люди, которых я там нашла. Брим, они даже не солдаты. Они были учеными. Но они даже не смогли... Извини, мне пора. Перезвони, пожалуйста.